Друзья, всем привет! И в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим на очень интересный экземпляр Honda Fit в комплектации RS. Это у нас 1,5 литра бензин. Очень редкий автомобиль и на аукционах, и в списках покупок, наверное, любых компаний. Конечно, RS-модификацию сразу выдает отличительный внешний вид. Это передняя часть. Очень агрессивная морда, другой бампер, решетка. Шильдик RS, конечно же. Автомобиль очень агрессивно смотрится, очень интересно. Потоки. Данный FitX стартует на аукционах от 900 тысяч рублей. Эта цена обуславливается тем, что это модель и новая в Японии, стоит достаточно больших денег. И на аукционах их мало. В общем, если вам нужен Fit именно RS, за ним придется погоняться. И как минимум 900 тысяч рублей он будет стоить. Ключ Honda Fit в комплектации RS особенно ничем не отличается. Такой же, как и у классических фитов, только если, допустим, у гибрида здесь будет у вас отделано синим, то здесь черным. Открыли. Открыть или закрыть? Две опции. Два комплекта. Давайте посмотрим на него визуально, со всех сторон. Аукционный лист и вся информация будет дальше по видео. А, кстати, по-моему, аукционный лист есть в салоне автомобиля. Мы с вами тогда посмотрим. Это 17-й год, рестайлинг, совсем другие стопы, которые также очень выразительные и классно смотрятся, очень подсвечиваются, мы с вами потом посмотрим. В общем и целом, RS Fit это такой прям стиляга-стиляга. Как знаете, говорят, зажигалка, вот это, наверное, про вот именно этот Fit, подходит в большей степени. Здесь, конечно же, очень красивое литье на 16. Просто спица очень красиво смотрится. Вот его аукционник. R у него оценка 51 тысяча пробег. Еще, конечно же, из визуальных особенностей выделяют этот автомобиль черные зеркала. Черный с белым отлично сочетаются, отлично гармонируют. Вот с этого ракурса Fit смотрится еще более агрессивно. Не могу налюбоваться. Очень красивый внешний вид у автомобиля. Красивый перед. Друзья, не забудьте поставить, пожалуйста, лайк и подписаться на наш канал. Тем самым вы поможете нам расти и развиваться дальше. У него полностью светодиодная оптика, в том числе ближний цвет, в том числе ДХО и туманки. Вот так светятся стопори, если видно. Тоже очень здорово, очень нравится. Спойлер тоже очень здорово здесь смотрится, он очень сюда подходит. Классно выглядит. Черная глянцевая накладка как спереди, так и сзади на бамперах. Конечно, в российских реалиях это будет все немножко царапаться. И будут от камней отметины. Но красота требует жертв. Клиренс, по-моему, у данного фита 135 мм. Это, конечно, очень мало в российских реалиях. Только по хорошим дорогам на нем нужно ездить. Друзья, но я вам напоминаю, что качественные автомобили, самые лучшие с аукционов в Японии, продаются только через worldcar.ru. Мы являемся дилером Японии, торгуем сами с аукционов в Японии напрямую, без посредников. Вы торгуете с нами и не переплачиваете. Вот так выглядит салон Honda Fit в комплектации RS. Совсем другие сиденья. Очень приятное впечатление оставляет. Отличная боковая поддержка, отличные материалы. А просто вот не к чему придраться. Сиденья, как реально в спортивных автомобилях, с очень приятной боковой поддержкой.
Подлокотник также выполнен. Я вот затрудняюсь сказать, что это за материал, но по ощущениям очень приятный. Тоже такая оранжевая строчка. Такие коврики идут резиновые уже с Японии. Японец вот такие решил поставить себе накладки на педали. Подсветка для ног как пассажира, так и водителя. Полный комплекс систем безопасности от Honda, в том числе даже подогрев зоны дворников есть. Дверная карта тоже очень красивая в этой комплектации. Эта комплектация мне напоминает, знаете, Honda Fit, если, допустим, гибридный рассматривать, S-Package. Вот что-то подобное S-Package, только еще куда более заряженней. 132 лошадиные силы, если я не ошибаюсь, у этого фита. Ну, потом мы перейдем к мотору, и я напишу все технические характеристики. Кожаный мультируль, также отделан оранжевой строчкой, как и селектор переключения передач. Здесь у нас полный набор опций, такие как круиз-контроль, удержание в полосе. В общем, если и было свободное место, то в Хонде заняли им все кнопки. Салон с места пассажира. Опять оранжевая такая накладка. Это все такое приятное. На ощупь, конечно, не мягкое, но тем не менее выглядит очень солидно. Климат-контроль сенсорный. И хорошая магнитола газерс. Здесь у нас устанавливается. За селектором расположена кнопка автостоп. Задний ряд Honda Fit. Все также выполнено в оранжевых тонах. И очень много места для ног пассажиров. Никаких тут подлокотников и подстаканников мы, к сожалению, с вами не встретим. Ну, разве что подстаканники находятся на дверной карте, но это, скорее всего, место под бутылку. Здесь вот это все ткань. И это тоже ткань. В общем, приятное впечатление оставляет дверная карта Honda Fit комплектации RS. Багажник Honda Fit. Он не особо вместительный, но тем не менее он есть. И его пространства достаточно для перевозки продуктов из магазина, например. Ну что сюда глобально, я не знаю, коляска сюда поместится. Не знаю, если есть владельцы Honda Fit, напишите, пожалуйста, помещается ли сюда коляска. Здесь это не пластик, это все ткань. Ну, то есть, что добавляет, конечно, сразу очков бонуса в копилку Honda Fit. Вот, допустим, в Акве. В Акве точно пластик, а вот Honda в Nissan Note я не помню, честно говоря, что, наверное, тоже пластик. Honda в этом плане выигрывает. Что у нас здесь? Здесь у нас ниша, запаски. Нет. Есть только ремкомплект. Двери открываются и закрываются с приятным звуком. Но это только передний ряд. На заднем ряду задние двери закрываются уже классически. Все из-за уплотнительной резинки. Конечно же, присутствует камера заднего хода. Накладка присутствует по всему борту, как слева, так и справа, тоже добавляет стиля. Вот мы и находимся с вами в салоне Honda Fit RS. Давайте запустим двигатель. Мало у нас топлива, 51 тысяча километров пробег. Спидометр, тахометр здесь есть. Конечно же, есть лепестки. Здравствуй, японская женщина. Камера заднего хода. Вот мне нравится на Хондах. Есть вот разные режимы. Это прям прикольно сделано. Вот Тойоте этого не хватает. Черный потолок в нашей комплектации также.
удобный руль, очень удобная посадка. Прям вот тебя сиденье очень хорошо держит, не дает ни сместиться ни вправо, ни влево. Прям классно. Места на руле нету, все занято кнопками. Приятно. Две розетки, одна выведена вот здесь, другая выведена в бардачке. Бардачок не хлопает, а вот так вот деликатно открывается и закрывается. Режимов переключения езды я здесь что-то не нашел. На руле мне понравилась вот эта часть, отвечает за управление магнитолой, вот эта часть за управление бортовым компьютером. Соответственно, здесь у нас работа с дворниками, здесь работа со светом. Бардачок, он достаточно вместительный, никаких проблем там положить А4 документы нету. У нас в данном случае здесь лежит книжка по автомобилю. Все это хорошо закрывается. Большая магнитола, очень приятная. Она полностью работает. Музыка, все, работает. Климат-сенсорный, не знаю, напишите свое мнение, как вам климат-сенсорный. Имеет ли место он быть? Как идея прикольно, но на практике не знаю. Есть, конечно же, ионизатор. Вот такой салон. И так видит водитель за рулем Honda Fit. Зеркала мне, кстати, показались маленькими. Хотелось бы их чуть-чуть побольше. А вот так выглядит моторный отсек. АФТЕК технология, все очень аккуратно, все чисто. Характеристики двигателя вы видите сейчас на своих экранах. Хороший фит, мне эта машина понравилась, у нее хороший прием, неплохо она едет. Друзья, ну вот такой обзор на Honda Fit получился. Мне понравился очень данный автомобиль. Выглядит стильно, едет неплохо. В общем, зажигалка в полной красе. Спасибо, что посмотрели данное видео. Напишите, пожалуйста, комментарий по поводу этого Fit. Что думаете, имеет ли смысл тратить такие деньги на покупку автомобиля, хэтчбека? Или можно что-то посмотреть другое? Будет интересно почитать. Но я с вами буду прощаться. Всем пока!